Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня у нас в распаковке еще один товар с AliExpress. Это женское колье из жемчуга. Товар упакован в обычную упаковку из Китая. Это просто пакет. Внутри прозрачный пакет, и само изделие запаковано в обычную бумагу, которая при транспортировке была порвана. Размер бусинок 8. Прошу обратить внимание, что есть также подобные колье, у которых размер бусинок 6, то есть они меньше, а это размер 8, они немного больше. Размер самого изделия я взяла L-ку. Цена такого изделия $45.80, это на момент покупки. Колье очень массивное, тяжелое, его тяжело одевать. Конечно же, лучше, чтобы, если вы берете на фотосессию или на какой-то праздник, чтобы вам его помогли одеть, потому что самому это довольно-таки сложно. Для того, чтобы одеть, нужно сначала спереди его, получается, застегнуть, а потом уже перевернуть сзади, назад перевернуть. Это изделие полностью . Далее покажу, как же оно застегивается, какие там застежки. Они маленькие, обычные, как из обычного браслетика на руку. Вообще само колье хоть и массивное, но оно достаточно хрупкое. Я боялась, чтобы нечаянно не разорвать его, чтобы эти бусинки не посыпались. И очень бережно, аккуратно его нужно транспортировать, если вы куда-то едете, или просто хранить в такой удобной сумочке или упаковке, как где-то делаю я. Далее я вам покажу фотографии, как колье выглядит на мне, а у него открытая спина, очень красиво смотрится. Ну и в целом, что могу сказать, оно очень красивое, очень нежное и женственное. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!